В общем, такая вот печка, буржуйка с батареями. Тут у меня вот датчик температуры, кран и сброс в расширительный бачок. Тут расширительный бачок ходит вниз. Тут байпас, насос стоит. Тут датчик температуры, это температура подачи. Это вот провод идет. Вот приклеен сюда, в самой верхней точке температуры. Все, так вот подача пошла. Тут спускается. Тут пошел огород. Первый кран на подвал. Это на порог. Порог у меня тут такой. Там идет, там еще одна батарея. Вот одна железная, тут обратка. Все, тут пошла первая батарея. Вот, конечно, неправильно я ее сделал, немножко подсоединил. Сначала она была подцеплена как ленинградка. Тут была подача и выход был здесь. Но мне не понравилось, слишком долго она нагревалась. Переделал сюда. Надо было вот тут, конечно, оставлять сюда. А я по диагонали подцепил. Работает, но не так. Правильно, так скажем. Тут пошла вторая батарея. Вот это вообще чудесно работает. Вся горячущая. 4. Вот тут заходит сюда. И тут же выходит в обратку. Все. Тут пошла другая стена. И вот закольцована такая батарея с профильной трубы самодельной. Ну что сказать. На насосе, короче, работает все. А, вот кран, про который я писал. Говорил, кран на обратку поставил. Вот этот кран. Короче, на подвал не идет, на порог. Не давит насос. Вот этот кран я перекрываю. В подвал открываю кран. Тогда... И могу на порог. Тогда все работает. И подвал, и порог. То есть вот эти батареи, три батареи я от, вот этой обраткой отсоединяю. Они не работают. Работает только подвал. Подвал мне надо кратковременно прогревать. Просто. Такая батарея. Тоже датчик температуры на обратке стоит. Температура обратки. Вот сколько? 30. Два. Ну, тут погрешность около 40 градусов. Он не, точно не показывает. Ну, а так, что сказать. Все-таки складывается ощущение у меня, что теплообменник слишком большой получился. Открою. Вот, в печке проходит. Фонарик. И туда уходит вверх. Такое ощущение, что слишком мощный. Либо что-то у меня не могу никак добиться с этой батареей, засада вот задней. Самотек, короче, плохо что-то работает. Если потихоньку печку топлю, то работает. Ну, как-то так. Еще погоняю эту всю систему. И так вроде к завершению движется. Ну все. Если что-то будет еще, то сниму дополнительно.